Я этот фильм смотрел 7 раз. И если бы была возможность посмотреть еще 8 и 9, я бы с удовольствием сделал это. Видел дважды. И еще бы смотрел огромное количество раз. Я пока что 4 раза посмотрел «Где-то Адам», но это жажда моя не утолила. Фильм, который потрясает в лучшем смысле слова. От того, что я посмотрел второй раз, мне было даже еще моментами, я открывал новые и новые сцены, эпизоды. У меня закрался вопрос, а может быть третий раз, когда ты посмотришь, что тебе еще что-то новое откроется? Он стал другом, этот фильм. Я с ним подружился. Для меня это друг. Этот документальный фильм, он как будто художественный. И сегодня, когда мне один владыка написал о том, что у него в городе проходит этот фильм, и он идет со всей епархии его смотреть, я у него спросил, ты его уже видел? Он говорит, нет, еще нет. Я ему написал, ты будешь плакать. В фильме присутствуют реальные святые люди. Вы будете жить и вспоминать этот фильм. Не верится, что вообще это тебе открывается. Очень хочется, чтобы его увидело как можно больше людей. Весь мир увидел этот фильм. Этот фильм взрезает совесть. Он реанимирует нашу совесть. И такого больше я нигде никогда не видел и не слышал. Где ты, Адам? Как они этого добились? Мне кажется, это даже загадка для самих авторов.